Днем Победы! Каждым годом все меньше ветеранов разделяет с нами радость победы весны. Наш долг увековечить их имена и сохранить правду о мужестве и самоотверженности советских людей. На сегодня с нами всего один участник Великой Отечественной войны – Александра Николаевна Волкова. Пожелаем Александре Николаевне здоровья и долгих лет жизни. Наш долг помнить, какой ценой далась победа в Великой Отечественной войне, чтобы молодое поколение знало и чтило подвиги своих отцов и дедов, росло в духе патриотизма и уважительного отношения к героическому прошлому. В этот праздничный для всех нас день примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над головой и неиссякаемой веры в светлое будущее нашей страны. С праздником, уважаемые односельчане! С Днем Победы! Thank you.
этой войны. То шаг за шагом вслед и всем смертям назло дошел со сбора до памятной весны. Войны той больше нет, и пушек гром умолк, что прошло не выразить слова. Но шаг за шагом вслед идет бессмертный Бог, Он наша совесть, наша память вам. Мы за мир, за любовь, пусть война никогда не вернется вновь. Мы за мир новых дней, за счастливые лица и смех детей. Мы за мир, за родных, кто победу принес на плечах своих. Помним ваш подвиг, герои войны, не забываем, и этим сильны.